В Гагарской средней школе номер 4 прошел праздник осени и урожая Шардамта, приуроченный к 25-летию Победы. Перед началом мероприятия педколлектив и учащиеся школы, а также посетившие праздник женщины-ветераны войны представители администрации Гагарского района возложили цветы к мемориалу славы города Гагра. Общешкольный ежегодный праздник осени и урожая Шардамта в этом году посвящен 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. И потому тематика мероприятия носила военный характер. На школьном дворе накрытые столы ломились различными яствами. Помимо этого были организованы уголки и стенды с фотографиями погибших в Отечественной войне народа Абхазии, ветеранами и их вещами. Школьники прочли патриотические стихи, исполнили военные песни, танцы, поставили театрализованные музыкальные постановки. Свергание солярного знака, летящий стремительно конь, зеленые полосы флага, открытая миру ладонь. Храните, абхазы, храните символику ваших отцов, но пуще всего берегите свободы, святое лицо. Все будет, и счастье, и разум, и песня, и радостный труд, но пусть пуще глаза абхазы свободу свою берегут. Свобода вернет Махаджира, забудется ваша беда. В стране поумневшего мира не будет войны никогда. Друзей по-абхазски зовите, да будет веселым ваш дом. Врагов по-кавказски гоните, чтоб к вам не ходили с мечом. Хоть малой, но вольной птицей взлететь над горами должна, красивой и чистой, как рица, должна быть святая страна. Сверкание солярного знака, летящий стремительно конь, зеленые полосы флага, открытая миру ладонь. Необходимо отметить, что идейными организаторами данного мероприятия являются учитель школы Сырмазантария и организатор Марина Ашхарава. В этот день от лица администрации Гагарского района и дирекции школы в адрес ветеранов звучали поздравительные слова. Я поздравляю вас, всех присутствующих и наших ветеранов, с этим замечательным праздником для нашего народа, для нашей страны. Пожелает всем вам здоровья, благополучия, процветания нашей республики. Всех благ вам! Дорогие друзья, от имени администрации Гагарского района позвольте мне в канун Дня Победы поздравить вас с наступающим 25-летием Дня Победы и Независимости. В завершении праздника учащиеся школы организовали всеобщий флешмоб. В круг танцующих пригласили и женщин-ветеранов войны. Спасибо за такой прекрасный праздник, за такую организацию. Я хочу поздравить свой многонациональный народ сегодня, день, который нас добавилось несколько лет жизни, радости. Всех с Днем Победы, желаю счастья и радости в жизни. Детям, чтобы была зеленая дорога, всегда была над головой мирное небо.